качестве ревизоров родители учеников и директора школ. Они смогли отследить весь путь товара, с момента, как продукты попадают на предприятие, до их приготовления. Так, за одну смену повара готовят по 9 тонн супа. Такой большой объем из-за того, что практически все образовательные учреждения обслуживает комбинат «Школьное питание». Постоянно в меню внедряем какие-то новиночки. Обычно один где-то раз в квартал, все равно идет изменение по блюдам. Сейчас вот сезонные овощи идут, огурцы, помидоры, сезонные салаты. Сезонные салаты попробовали и гости предприятия, а также оценили новинки. По словам родителей учеников и директоров школ, меню не только разнообразное, но и вкусное. В целом, пока я довольна то, что я увидела. Теперь сегодня я успокоилась. Питание разнообразное. Оно из качественных продуктов, что меня очень сильно успокоило. Все подробно объяснила. В принципе, очень объемная, скажем так, и интересная экскурсия была. Мы давно сотрудничаем с Куб «Школьное питание», поэтому мы очень хотим, чтобы наши дети кушали вкусно, безопасно. Что касается цен, то пока все остается без изменений. Сотрудники комбината отметили, что в первое полугодие нового учебного года повышения цен на школьное питание не будет. Кристина Балабанова, Кирилл Хабзей, Новости Челны ТВ.